Здравствуйте, дорогие друзья. Вот мы снова начинаем писать некоторые ролики про Феникс 3, про говорить про эти часы замечательные. Вот как бы я их ношу, они постоянно со мной. И сегодня я хотел бы поговорить про новую аппликацию от Connect. То есть они выпустили обзор, выпустили обновление этой аппликации. И хотел бы рассказать про плюсы и минусы. Смотрите, у нас изменился главная рабочая панель, у нас она изменилась. Мы можем видеть сразу вот сегодняшние тренировки. Вот, то есть сегодня мы побегали, немножко пробежали. Вот, мы потренировались в спортзале. И что интересно, мы можем видеть сразу пульс. Пульс онлайн, который как бы вот он сейчас, да. Сейчас пульс немножко высокий у меня, то есть фактически даже здесь 115-110, когда не разговариваешь, где-то 90 он. Просто я потренировался сегодня, и организм восстанавливается, то есть было две тренировки, бег, силовая тренировка, и организм восстанавливается. Вот в состоянии покоя видно пульс 64 удара в минуту. Вот, и вот видите, здесь написано, и в состоянии, высокий пульс максимальный был 175, то есть вот по этой графе я вижу, что пульс в спокойном состоянии, когда у меня был как бы в рабочем состоянии, да, то есть когда человек просто жил, ходил, гулял, и вот до 177 он дошел, до 77, 175 ударов в минуту он дошел во время бега. Итак, то есть основное обновление это вот именно вот эти вот иконочки, такой интерфейс очень приятный, то, что очень удобно смотреть, получить тут именно ту информацию, то есть визуализация информации стала намного более удобной. Мы видим, какой средний пульс был, темп, время. Мы видим, если это силовая тренировка, мы видим, сколько калорий мы сожгли. Можем зайти, посмотреть, то есть сколько вот мы занимались, вот, и сколько калорий сожгли мы, да, то есть средняя частота пульса у нас была во время тренировки. То есть очень удобно. Профиль силовая тренировка я настроил сам. То есть я его настроил сам. Для тех, кому интересно, как настроить такой профиль, пишите, все расскажу. Вот. Но это очень удобно. То есть именно во время тренировки можно смотреть, то есть сколько ты уже тренируешься. Вот, и смотреть по времени восстановления. То есть ты сделал сет, например, да, там приседов. Вот, и ты там смотришь по пульсу, да, как только пульс, например, он. Ну, то есть упал, скажем, там во время приседа, он, скажем, дошел там до 130-140, то есть, может быть, да, зависит от веса, от интенсивности. Ну, пульс упал снова там на 90, да, как бы снова можно начинать работать. Вот, следующее он показывает шаги, которые, то есть, были сделаны сегодня. Вот, время интенсивной активности он показывает, этажи, которые мы прошли. Вот, и сколько мы спали, сегодня отсыпался, спал 11 часов, то есть все это показывается, причем он показывает, сколько был глубокий сон 8 часов, легкий сон 9 часов. Он показывает здесь сводку за вчера, то есть очень удобно можно смотреть. Такая частота пульса была 61, средняя частота пульса. И за последние 7 дней вот видно, то есть сразу за неделю мы можем наблюдать, смотреть, что вот мы сделали один забег, мы провели 3 занятия, частота пульса была на среднем 61 в спокойном состоянии, средняя 7000 шагов, 7700. 8 этажей в день в среднем, вот, и в среднем спали мы по 8 часов, то есть так, усредненный, да, как бы, значение. То есть вот новый интерфейс считаю большим плюсом, потому что все очень удобно, и вот очень интересно смотреть, то есть именно вот как передается пульс. То есть пульс, видите, вот здесь 96-97, вот мы ставим, например, если вот на часы, вы видите, да, то есть что в принципе, сейчас сфокусируемся. Ага, вот видите, 96, то есть, в принципе, все это по Bluetooth просто передается с часов, передается сюда. Вот, ну, на часах все это выглядит вот так вот. Еще интересная вещь, хотел бы рассказать вам о том, что вы можете настроить профиль походы. То есть, у меня вот на канале есть видео, как я ходил за грибами. Вот, и очень интересно, и вот я тогда их протестировал именно в плане... Давайте покажу вам все это, все, так, где это у нас было, все занятия. Можете посмотреть именно на канале, можете посмотреть, как я ходил, как бы там есть пример видео, я тоже выставлю его в конце. Вот. Но я вот решил именно протестировать их в плане навигации. То есть цель была такая. Цель была зайти в лес, то есть вот эта вот дорога, грубо говоря. Давайте открою на полный экран. Так, давайте изменим отображение. Гибридную поставим карту. Ага, вот видите, замечательно. То есть, ну, цель была такая, да, то есть, вот мы зашли отсюда. Вот, и вот я пошел в лес, да, и вот где-то вот здесь вот уже
Уже, то есть, дорогу перестало быть слышно. То есть, ну, в принципе, дороги не слышал. Я шел просто по часам. То есть, вот именно углубился в чащу, где-то на 1,5 километра фактически. На километр 300-400, не помню точно. И мне интересно было, как вот смогу я выйти как бы вот к этому месту именно по часам. И смотрите, все сработало, то есть все отлично сработало. Лес довольно-таки серьезный такой, куда я ходил. Вот, и то есть смело можете с этими часами отправляться в какой-то поход за грибами какие-то, то есть используйте как навигацию, все работает отлично, то есть, ну, реально проверено. Вот, также вы за этот поход, как бы, ну, у меня в профиле настроено то, что можно видеть сложные калории, время, 1:21, да, вот расстояние и все остальное, ну, дополнительную куда информацию, то есть что-то пульса там, ну, другие, да, как бы вот интересные параметры. Там температура, то есть, которая была, ну, тело нагревается во время ходьбы, то есть из-за этого высота, которая была вот. Ну, это дополнительные, как бы уже менее актуальные параметры для похода. Ну, самое главное, что вы можете вот именно по часам ходить, то есть все это работает и довольно-таки отлично. Друзья, на сегодня все. То есть, если у есть какие-то, у кого-то какие-то вопросы, спрашивайте, задавайте, с удовольствием вам отвечу. Пользуйтесь Феникс 3. Классные часы для похода, для спорта. Всем всего самого лучшего.